В Украине введут визовый режим с Россией. По поручению президента Кабмин пересмотрел режим въезда российских граждан на территорию Украины. Постановление о прекращении без виза принято для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства. Таким образом, россияне не смогут попасть в Украину без получения визы. Решение вступает в силу с 1 июля этого года.